По моторчику что-то понаходило. О, по тормозам понаходило. Тормоза, да, там пообрывали провода, там что-то, что они там делали. В принципе, АБС-то по лету, по стоку, по скоку. Да. Главное, чтобы по зиме не убегало с дороги. АБС, да, но иногда тормозишь, но как все равно срабатывает, начинает педаль. Что у нас там? Подушечки тоже ругаются. Что у нас там? По МФУ что-то тоже вылазит. Чем? Ну, этот комфорт-модуль, ну, полностью. Аксессуары многофункциональное устройство, типа говоря по-русски. Так, сейчас посмотрим. Сигнал модуль управления. Датчик тормозных колодок снят, это хрена на них. Так, блок управления в рулевом колесе. Неверный сигнал. А вот что АБС отрубили. Позиционер надо выставить руля. Так, по подушкам. Аккумулятор садился. Пытались шить подушки, отвязывать после краша и нифига не сделали. Ясно, После подушек нет. краша был, краш был. Ну, криво перешито. И теперь тормоза. Датчик угла поворота руля. Ошибка самопроверки. А из-за этого уже. А вот ошибка еще пока, но с мозгами. Поэтому ESP отрубили. И переднее левое колесо датчика БС. Остальное все, в принципе, это ладно. Так, это все детали. Итак, мотор. Так, датчик MAP смещение при нагрузке на двигатель. На холостых. Так, смещение на холостых MAP. Сейчас посмотрим, что ему не нравится. Заведем вживую. На расходомер смещение. Насколько смещение? Так, не покатимся. Не в характеристике. Внутрь блока. Так, объем. 2,2. 2,2 CR4 Bosch. Какой? Ладно. Посмотрим этого красавца. Посмотрим, что MAF показывает. Тут что-то он стирать даже не сильно хочет. Так, сколько у нас ячеек-то? 71. Идите я за ногу. Так. 50 литров. Рейка, рампа, давление накачивают. Саня, Потоплю все перезвонит. ровно. Да. Потоплю у нас все красиво. Вот у вас где ошибка, проблема. У вас не сажевик надо было удалять. Вас не в сажевике проблема была. Тут смотрите, фактически у вас проблема, смотрите. Давление нагнетания воздуха заднее значение. То есть мы тискаем, 1900 где-то накачивает, это, ну, грубо говоря, почти 2 атмосферы. Турбина должна накачивать. А вот наша фактическая. Вот у нас стоит 980. У нас получается сам MAP, не MAF, а MAP
не создается давление. То есть это может быть EGR клапан, это может быть где-то подсос воздуха на впуске. У вас стоит коробка такая пластика, ну, впускной коллектор, который бывает заламывается снизу. У вас именно сам воздух на накачку не создается. Это не выпуск надо было удалять, а со впуском разбираться. Но у вас основная проблема здесь. Ну, сейчас посмотрим все остальное уже. Оказался абсолютно прав. Оказалось, в машинке трещина на впускном коллекторе. А пластиковый корпус у него и место крепления, где к основанию, в общем-то, там была большая-большая трещина. А поэтому на впускном коллекторе воздух и не создавался, давление нормальное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео оказалось вам полезным. Внизу под видео пишите комментарии, обзор какого оборудования, либо диагностики каких автомобилей, с какими неисправностями вы хотели бы увидеть у нас на канале. Также не забывайте, что оказываем ремонт блоков управления, прошивку, отключение EGR-ов, сажи, катализаторов, перепрошивку. Внизу указаны координаты Viber и WhatsApp. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Заходите на наш форум, также ссылка внизу. Заходите на наш телеграм, ссылка тоже внизу. До скорых встреч. Пока-пока.